Представьтесь. Я Соколат Филий Анатольевич, 93-го года рождения. Прохожу военную службу в городе Москва, воинская часть, 61-899. Звание сержант, заместитель командира взвода. Контрактник? Контрактная служба. Где проживаете? Проживаю в городе Москва. Москва, поселок Масренген. Как вы попали на территорию Украины? И когда? На территорию Украины попали 24 числа рано утром. 24 месяца года. 24 февраля 2022 года. Где? На каком участке границы? Проезжали через Белгородскую область. Езжали. Какие цели перед вами ставили? Цели выставили блокпосты для пропуска военной техники. Военной техники чьей? Военной техники Российской Федерации. Громче, пожалуйста. Российской Федерации. Еще какие задачи перед вами стояли? Задачи ставили останавливать машины, осматривать, чтобы не было оружия у людей. Общая цель вашего пробивания на территории Украины? Что вам объясняли? Общая цель, даже не знаю, не вникал. Вообще, когда были у себя в бригаде, сказали то, что мы едем в Белгородскую область на полевой выход. Задачи там больше никакие не ставили. Это вроде как учение? Учение, да, полевой выход. Когда вы заехали сюда, что вы увидели? Что здесь происходит? На самом деле? Когда заехали, все тут мирно, войны не было. Никто нас здесь не ждал. Никого, так сказать, защищать нам не нужно было. Никого спасать не нужно было. Все нормально живут. Все спокойно было до нас. А на данное время что происходит на территории Украины? На данное время громят города, все убивают. Убивают людей, как маленьких, так и стариков. Кто это делает? Кто агрессор? Российская Федерация. Родные и близкие есть у вас? Семья? Есть. Родители есть. Есть жена, трое детей маленьких. Что вы хотели им передать? Возможно, попросить. Я всех очень сильно люблю. Хочу вернуться домой. Служить больше не буду точно. Потому что за что мы воюем, непонятно. И хочу попросить жену, чтоб приехала и забрала меня отсюда.